Доброе здоровье. Новая проблема. Забилась канализация. Ну что, начнем мы ее чистить. Так, а как же тут батарейки у нас? Батареечки. Вот так. Все надо знать. А тут, по-моему, даже 4 батарейки. Тут батарейки не. А больше нету? Тут батареек больше надо купить, значит. А, точно нету? Ты там везде посмотрела? Я помню, что вроде как что-то мы брали. Надо сразу выкидывать. Давай выкидывай. Ну нету, да? Здесь есть две, но это не такие, это махонькие. Вот это две большие, но они меньше. Поступаю я неправильно, надо все 4 батарейки менять, но нам надо сейчас просто-напросто. Может, наверх тебе все? Ну пойди наверх посмотри. Чтобы это все светило. Во всем надо разбираться. Даже как по резьбе пойдет. О! Что-то там подсвечивает. Значит, что мы делаем? Мы делаем очень просто. Мы сейчас вытягиваем эту штуку, вот эту вот штучку мы вытягиваем. Так. Ага, вода ушла. Теперь берем вот этот трос сантехнический, пружинный, и начинаем разбираться, как это все работает. То есть у нас все забилось на уровне вот этого. Ну что, не было батареек? Нет. Трос 3 метра. О, как он! Как он раз это самое... Распрямился. Так, и что нам надо сделать? Инструкции там нету. Да, ну так этот напихаешь, а потом уже. Нет, не напихаешь. Тут вот эту надо открутить. Вот написана инструкция. Да ты что? По применению. Читаем инструкцию. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, так. Расстояние от слива раковины и ванн редко превышает 5 метров. Откручиваем. Согласно инструкции. Так, а если отсюда мы попробуем. Вот. Отсюда она пошла. Итак, наша задача. Хача-дача. У нас одна задача. Это слишком длинный. Мы сначала попробуем вот так покрутить. Для начала там все открутить надо. Уже все откручено, не надо. Да то что? Уже все откручено. Трос вот он. Итак, закручиваем кинстоны. Трубка положь. И погнали. С Богом, поехали.
Ага. Все. Та-ра-да-ра-та-ра-та-та-дам. В Одессу Костя приходил, и все бендюжники вставали. Сейчас он ее вытащит, она будет вся грязная, вонючая. Ну давай, потянули. Ну вот я тебе дала. Сейчас, сейчас. Давай я тебе большой таз принесу. Давай. В Одессу Костя заходил. Я это покупала, не помню. И все бендюжники вставали, когда в Одессу он входил. Хирургический бронх. А ты не боись, что-то. Гена, давай ближе, может, к тебе туда. Ну, давай. Все это сюда, потом надо будет. Ай, от меня вытер. Иди, что ж ты ее схватила? Иди. Да, она более-менее чистая. Вы интересная чудачка. Свои валенки. Можно говоря, до 3-метровой глубины она все пробила. Ну все, хорошо. Ты стулка свою отодвинь, а то это вытаскиваешь, и ты и по валенкам, и по всему тут, ё-моё. Ну все. Слышишь? Да. Сам отползи, потому что ты сейчас будешь тащить и об себя будешь вытирать. Чтобы, а то вот видишь, она-то это не гнется, как ее, или сворачиваю ее колечками. Угу. Она точно 3 метра или меньше? Не знаю. Так, ну давай тир-то зальем теперь. Да мы же только вчера заливали, она может. Кого? Вот, я заливала эту. Да ну мы вот сюда прямо зайдем, ну, а да, то она давай. Вот здесь вот. Там надо, пойди, аккуратненько на себя не налей, Гена, не надо нюхать щелочь, это все дрянь. Щелочь, сколько она там должна быть? Ну, половину, она 5-минутка, по-моему. 5 минут? Да. Половину лить? Да. Хватит, не лей больше. И достаточно. Итак, прошло 5 минут. Начинаем собирать. И сейчас мы... Поймем, у нас получилось, али не получилось. Так. Вроде как это вошло. Это так, это у нас вот так, это у нас сверху. Вроде как все. Но с Богом! Ниночка, включайте. Хозяйка включает. Течет. Пошла вода в хату, да? Да? Все уходит сразу же туда. Так что все нормально, по идее. Угу. Дело мастера боится. Вот так именно. Вот. Сами с усами. Да. А то мы ждали вчера целый день работников этих, работники. Ну да. Золотые работники. Не захотели ничего получить. Просто не захотели они нам помочь. Ну, вот, все, это отсюда убираем. Ну не течет ничего, убирать. Нет, ничего, вот, проволочка только как твоя.